Друзья, всем привет! Еще один интересный раздел, который мы изучаем на цикл китайской медицины и прикладной кинезиологии, также в разделе «5 методов баланса» и в любых семинарах касаемо коррекции эмоций и психики, это психопунктура или психоапунктура. Что это такое? Очень эффективная и интересная вещь. Это отдельный раздел в китайской медицине, который позволяет работать с психиатрическими отклонениями, с эмоциональными дисфункциями. И любая работа с меридианами, конечно, это работа с психикой, поскольку это вегетативная нервная система, но есть более целенаправленные техники и методы. Это такие, как концепция Гуэй или демоны, и концепция лунных дворцов, например. Это очень интересно. Многие мои ученики начинают с того, что работают именно этими методами, выявляют первичную психотравму и влияют на нее. Также с помощью этого можно работать с зависимостями. Ну, как и что с этим делать, мы рассказываем на семинарах. Но хочу сказать, что у всех, кто учится, есть возможность приобрести различные наглядные как атласы, так и такой мобильный атлас, где можно искать все точки, сезоны и другие нужные вещи, не буду удаляться. И такой набор, такая книжечка со всеми необходимыми точками, ориентирами, которые необходимы для работы во всех концепциях китайской медицины. Поэтому дальше будет интересно, буду показывать интересные точки для эмоций. Всем хороших эмоций!